Приветствую, друзья! Сегодня 4 марта, 6 часов утра, и хочу вам показать, как мы просыпаемся вместе всей семьей. Возможно, это станет хорошим мотиватором для вас. Весна идет, нужно с утра, как говорится, кто рано встает, тому Бог дает. Я не особо там с богами знаюсь, но мысль хорошая. Представляю, как с утра мы просыпаемся и наши зарядки. Итак, мы ждем наших участников. Вот, Катерина, Екатерина первая пришла. Катенька, разливай девочкам всем водичку на стаканчиках. Вот у нас появилась Анна, она и Надежда появилась. Ждем тренера, пока пьем водичку. Тренер появился у нас, Майя. Вот, сейчас все водичку пьют, активно водичку. Это вы слышите, как это, сейчас они все заслонили. Мама появилась у нас, вот, она расправила все крылья свои, покрыли там. Вот водичку пьет у нас Анна, она долго пьет, сейчас мама пьет водичку без стакана, она всю ее выпьет. Так, кто там? Следующий. Наливаем следующую водичку. Обязательно пьем водичку с утра. Надо, чтобы помочь организму, чтобы он все гадости, которые с утра за ночь накопились у нас, водичка пришла, и они вымылись хорошенько. Вот. Ну и сейчас начнем. Кстати, Майя, слышишь, очень как бы музыка мешает. Сегодня без музыки. Сегодня без музыки будем делать. Если что, заставка. Если что, потом подсказка. Разогреваем наш. Вот уже почти проснулись все. Попукали и начали смешно стало. По-русски прошу. Встаем, ноги широко. Голова вверх. Опять? О, боже, это младшая обгадилась. Так, вот упражнения у нас хорошие. Только у нас куда-то мама потерялась. Это странно. Вот, мама у нас, вот. Активно тоже. Я тут себе перед этим самым тоже поделаю вот. Ну, я обычно... Ой, что-то у меня не то плечо. Вот лучше так, далеко. Итак, вот. Ноги, вот. Позиция наездника. Полусогнутая, как у китайцев. Китайцы плохо не придумают. Расслабляем ручки, расслабляем. Наденька, опускай. Так, все. Теперь кисти пошли. Кисти ручек пошли. Круговые движения. У нас же суставы, значит. Мы должны круговыми движениями каким-то образом заниматься. То есть, чтобы все было хорошо. Вот. Потом наездника не забываем. Расслабляем ручки. И пошли. Вот у нас круговые вращения, круговые суставчики. И мышцы в это самое время одновременно работают хорошо. Вторую сторону пошли. Так. Младшие, конечно, летают, у них руки еще и головой не дружат. Но ничего. Расслабляю. Посмотрите, что будет через некоторое время. Сейчас здесь. Вот пошла. Майя придумала новый способ, такой страшный.
Короче, шарик у нас в груди, и мы должны вокруг этого шарика крутиться. И как-то еще плечами странно делать. Окей, а сейчас вот. Сейчас здесь внутри шарик, и вокруг него пошли. Вокруг шарика пошли. Внутри нас. Едно два. Так. Раз. Раз. Раз, два. Вот так вот и крутим, крутим. Голос у меня звучит как-то слабо с утреца. Потому что я по-польски говорю. Потому что я по-польски говорю. Говори хоть по-английски. Все. Сейчас давайте. Так, задницу задницами крутим. Вот так вот. Круговые вращения. У нас шар большой. Тазобедренный сустав должен работать, кровь приливаться. Это самое главное у человека. Ну, не считая, конечно, мозгов, но мозги мы оставим, тренировать будем потом. Вторую сторону? Во вторую сторону, в обратную сторону, так называемую. Вот. Приходится учить русскому Надюш. Языку. Широко. Надюша слишком замельчила. Ну, ничего. Широко, широко, широко. Обязательно. Гибкость – это молодость. Запоминаем, гибкость – это молодость. Кайф. Целую. Вот так вот, вот так вот. Смотрите, обратите внимание, как у нас девочки делают хорошо, красиво. Так, чтобы головами не стукнулись. Маму не стукни головой. То мама сейчас будет у нас эти самые, как они, трагедии. Стукненты. По-польски, чтобы вы знали, стукненты – это шизанутые, то есть это самое. Обратная сторона? Не все дома, стукненты такое. Поэтому стукнуться – это значит это самое, одуреть. На боки тоже, девчина? Так, бок тоже, это я перевожу уже майны. Окей, ножки. Кто не может стоять и сюда стола? Держимся стола. Вот это очень трудное упражнение. Вчера тоже его делал, то есть это на координацию, представляете, на координацию, это как точно китайское кунг-фу у нас здесь будет, кунг-фуисты. Ача, Джеки Чан. Кто знает Джеки Чана? Я. Все знают Джеки Чана, все, кроме мамы. Друга с нога. И если мне. И мне. А Брюс Ли кто знает? Да. А, вот мама знает Брюс Ли. Так, давайте. Будем Брюс Ли. Как Брюс Ли делали? Стояли так, ча делали, ногами там крутили. Вот. Вот так вот. Так. Сейчас вот эта часть. Оп. Эта часть. Как это называется? По-польски лыдка. По-польски лыдка, по-русски лодыжка, не, лодыжка низ. Боже, я уже забыл русский язык, извиняюсь. Вторая сторона. Окей. Так, сейчас ускоренный темп этого всего. Слишком не затягиваемся на камеру. Вторая. Вообще у нас 15 минут все это может продолжаться. И стоп. Вот так, круговые движения тоже, чтобы ножки не подворачивались, нужно их развивать, развивать. Я тоже здесь сижу, себе там внизу под столом развиваю, развиваю. Пока сидячие, я потом вам покажу когда-нибудь, когда я, мы вместе все делаем, да, но сейчас. У меня задание очень важное, я должен это все срежиссировать. Вчера папа делал с нами всеми все. Да, вчера я делал. Как положено. Okay. Тем более просто из спячки зимние просыпаемся. Сейчас ножки лето. Просто... Хорошо. Бегать собираемся даже все. И раз, два. Вот. Гибкость молодость. Сейчас маму. Вот как она гибкая у нас какая. Ножки не сгибать, мама. Раз. Раз, два, три, четыре. Мне так раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот уже
светать. На ваших глазах прямо светает. За окошком, видите, уже. И раз, два, три. Ой, как мне этого не хватает. Чувствую, как у меня уже. Четыре. Растянуться. Раз, два, три и четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, за этим пойдет растяжечка такая небольшая, думаю. И на этом как бы почти закончим. Почти. Итак. Вот это самое моё непонятное вот это упражнение. Оно хорошее, оно не такое, как легче. Все, мама у нас свинтила с растяжки. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоим на ногах. Кто бы еще взял дверь, эту прикрыл. Наденька, прикрой там дверь. Восемь, девять. Не так, в другую сторону. Закрой, открой ее, открой до конца. Еще. Да, если не да. Не да, окей. Ладушки. И что же раньше давалось? Два, три. 7, 8, 9, 10 и вот уже за зиму все растяжки пошли в задницу. 6, 7, 8, 9 растянутые были когда-то, сейчас обленились слегка. Лето приходит, надо зарядки делать, надо уже просыпаться. Вот это самое страшное для меня, это шпагат. Ой, котенок, вижу, уже слабо так ослабел, со страшной силой. Вот что значит расти без растяжки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Анечка почти тоже, это, смотрите, какие страшные ситуации. Кстати, они все садились на шпагаты, а сейчас вот что значит, только полгода прошло, как мы активно перестали заниматься. И все, и шпагаты уже у нас закончились. Вот так, теперь, девочки, маму тоже позовем. У нас сейчас будет мероприятие такое одно. Мама! Мама, иди сюда к нам. Значит, у нас будет мероприятие, беремся за руки. Беремся за руки. У нас есть такая подружка одна, старая подружка, Агнешка Водовская. Вот. Ну, она мамина ровесница, где-то так примерно. Все, хорошая у нее там. Трое детишек, уже взрослые почти. Ну и проблема у нее. Она попала в алкоголизм. Давно мы не виделись. И потом знали, что она начинает. Начала потихонечку и много лет пьет. И сейчас у нее большие проблемы, она практически, ее отстранили от алкоголя, она превратилась в овощ. То есть мы еще не видели ее, но мы попробуем силой нашего духа, силой нашей воли передать ей самое хорошее пожелание. И хотим силой своей воли, хотим увидеть ее такой же жизнерадостной Агнешкой, которую мы ее знаем, которая она всегда была. И сейчас посмотрим, как наши чары действуют. Как у нас написано на нашем ютубе, мы верим в чудеса и творим их, играясь. Вот мы сейчас силу нашу испробуем в реальной, на практике, как наши желания могут помочь человеку, да, нашей хорошей знакомой, любимой подружке Агнешке. И все желаем Агнешке, чтобы она выздоровела и пришла к нам веселая и жизнерадостная. Агнешка. Не Круль Юлиан, Агнешка, живой человек. Ему нужно желать хорошего. Понимаешь? Есть такое понятие «желать хорошего людям». Это называется благословенство. Благое слово, хорошее слово кому-то. Благословенство, благодарение. Дарить благо или кому-то мыслями. Думать о каком-то хорошо мыслями. Вот мы
А мы испробуем наши чары. Вы же чародейки у меня, да? В какой-то мере. Но за чары я жестко это самое. То есть чародейство, когда какое-нибудь возникает, я жесткий в этом отношении. А здесь у нас доброе желание. Доброе желание. Мы посмотрим. И посмотрим потом, если оно в конце концов каким-то чудесным образом выйдет из этого состояния и появится, мы скажем, мы проверим и скажем, что да, наша сила огромна. Она просто не имеет преград. Все наши желания сбываются. Всего хорошего, Агнешечка. Ну все, вот, друзья, таким образом все, можно заканчивать там. Я еще раз запрошу вам присяду. А, присяду еще раз, да, да. Мои любимые, давайте. Вот, вот обязательно. Два. Раз. Три. Четыре. Вот пока присяды делаются, я вам скажу, что вот так мы проводим наше время утреннее. И это будет каждый божий день в 6 часов встаем, кроме субботы и воскресенья. Суббота и воскресенье люз-блюз, так называемый. Вот. А так вот. И вот представьте, какими малыши придут наши в школу. Хотя две маленькие сейчас в школу пойдут, а... Мама еще закопила, сейчас не сделала. Так, мама уже протестует, там все хотят кушать. Я вынужден с вами прощаться. Всего хорошего, мы студию закрываем. Потому что нужно столик ставить, нужно завтрак делать. Все. Всем приятного настроения. Пока-пока-пока-пока-пока. Так. Вот камера, здесь вот камера. Там камера, здесь камера. Ой, не там, я не могу словить, в какую сторону камера ловит. Ну ладно, все, пока.